Здравствуйте. Значит, сегодня наша задача распилить доску вдоль. Значит, подшиваем пол снизу, и вот уже в завершении нужно где-то 7 сантиметров. 7 сантиметров, а доска у нас 15. Вот будем распиливать. Можно ножовочкой, конечно, распилить. Можно лобзиком, можно болгаркой, но это как-то немножко долго. Решили использовать вот этот старый испытанный наш станочек Мастер Универсал 2000. Ну вот, значит, вдоль распилим, а также вот, как говорится, при работе есть досточки, это уже на дрова тоже распилим. Запускаем станок. Вот, попробуем. Вот мы пилим, да, если, допустим, где-то на сучок попали, еще что, можно, значит, приподнимать доску, и она будет лучше распиливать. Ну, прямо скажем, что пилить-то тяжеловато. Но доска не свежая, уже полежала долго, подсохла, по всей видимости. Но, как говорится, с Божьей помощью победим. И, ну, два человека, если то можно один с одной стороны, другой с другой стороны. Если один, то приходится вот так вот переходить. Вот если ровно тянуть, она получше получается. Ну вот, распилили, конечно, не так быстро, как хотелось бы, но все же распилили. И сразу же параллельно так, с этой доской напилим и дровишки. Как раз к субботе будут дрова на баню. Но так она даже веселее пилит. Вот брус 50 на 50. Ну, здесь у нас есть доска большая, потолще. Это где-то вот такими чурбачками. И будет дрова на баню. Строим, набирается. Всякая мелочь. Ну, недолго, достаточно быстро получается. Такие досточки. Эти досточки вообще хорошо. Главное в гвоздь не попасть. Это у нас сейчас осталось. Перекладины между досок ставили. На растопку пойдет. Ну и вот в завершении осталось две дощечки. Ну вот мягкая доска вообще хорошо идет. Ну что, как говорится, с поставленной задачей справились. Я думаю, если у кого еще не будет, нет такого станка, приобретите станочек и будете отлично пилить. До свидания, до новых встреч.